Друзья, всем привет! С вами Николай. Чуть-чуть я снизил свою активность, потому что решил я в свой альбомчик потихонечку позакладывать какие-то монетки. А так как предыдущий альбом у меня их всех преимущественно убил, то я их еще немножко пытаюсь почистить. Так, на первый листок я положил уже министерства свои. Они не мешковые, они из оборота, поэтому такие себе подубитенькие. И я положил еще серию «Города-герои» двушки, которые выпускались в 2000 году. Это монетки Смоленск, Тула, Москва, Ленинград, Сталинград, Мурманск, Новороссийск, если вдруг кто не знает, что маловероятно. Ну и вообще я взял себе альбом, я не сказал, который с разновидами по разным монетным дворам. У каждого продавца там разная комплектация листов, в зависимости от того, что кому нужно. И потихонечку я закладываю монетки, те, которые у меня получше состояние, которые похуже, я буду пытаться чистить. Если не получится чистить, то буду, наверное, их покупать. Рублик СНГ всем знакомый. Сколько их раньше было? Помните? 2001 год. Наконец-то он занимает свое законное место. Далее. Вот Гагарин. Это, конечно, интересно. Когда я собирал своих первых Гагаринах, я понятия не имел. Видите, один у меня вот такой вот ушатанный, второй чуть получше блестит, но тоже как бы монетка из обращения. Так вот, один питерский, один московский, я имею в виду монетный двор. А то, что существует монетка без московского, без метки монетного двора, я вообще знать не знал. Так что Юрий Алексеевич занимает свое законное место на страничке, а без метки двора у нас монетки нету. Она, кстати, по-моему, и подороже. Друзья, кто знает, напишите в комментариях, сколько такая стоит. И Александр Сергеевич. Сейчас, секундочку, я перчатки сниму. Потому что вот эту вот штучку сложно вытащить с перчатками. Александр Сергеевич. Тоже из обращения московского монетного двора. Занимает свое место, а питерского у меня, как оказалось, нету. Поэтому будем докупать, ребят. Тоже не помню, он, по-моему, подороже. Не знаю, сколько он стоит. Так, первый листок у нас готов. Два пробела. Это питерский Пушкин и Гагарин без метки. Ну, классно, мне пока нравится этот альбом. Буду закладывать дальше. Всем спасибо, друзья. Пока.